Традиционная чеченская лезгинка, русская подплясочка, еврейская хава-нагила и татарский лирический танец. Во Владимире прошел флешмоб в преддверии Дня народного единства в одном из гипермаркетов. Танцевальная акция должна была стать сюрпризом для покупателей. Разные народы показали красоту танцев, показали красоту музыки своих народов. Ведь действительно, язык музыки и танца не требует перевода. И такое объединяющее событие мы посчитали очень важным и интересным провести именно в эти предпраздничные дни. Они не профессионалы, но все движения помнят с детства. Народные костюмы предоставили хореографические коллективы. Я думаю, оно более значимо, чем многие подобные мероприятия, потому что оно проходит среди народа. Непосредственно мы вышли специально к людям. Не только в одном концертном зале где-то собраться, а именно к людям, где люди ходят. Ну, это было очень спонтанно и неожиданно. Меня пригласили за неделю. То есть мне сказали, что будет проходить флешмоб. Его организует администрация области, и надо поучаствовать в еврейской общине. Участники флешмоба объединились в символичный международный хоровод. Зрители тоже могли присоединиться. Так, считают организаторы, владимирцы могут быстрее и интереснее познакомиться с культурой разных народов. Артем Яковенко, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.